Как мы хорошо назвали это именно яхтина вечеринка, потому что здесь, да, в основном всегда у нас вечеринка. Да, вечеринка вообще. И прикольно получается то, что мы каждое место раскрываем именно с той точки зрения, типа, а что-то можно делать прикольного. Мэри! Как тебе отдыхается? Очень классно! Море топ! Всем советую! Вообще яхты, солнце, вообще, очень красиво. Девочки, просто огонь! Это самый крутой репортаж будет за весь вообще, за весь наш трип просто. Да, если на Канары ходили, там была экспедиция, прям мы бежали везде, исследовали все и так далее. Ага, а здесь такой типа чил-релакс. А здесь чил-релакс и вечеринка. Ну, мы же типа про место и про людей. Ну, такое ощущение, слушай, что ты вообще в полном чиле, в полном релаксе. Но это ж не так, ну скажи правду. Капитан всегда напряжен, но это самое главное не показывать экипажу. Ты понимаешь, для чего ты вообще живешь? Да, это реально такие моменты, вот, ну, которые вот раз и в сердечко, да, на всю жизнь. То есть это все скрыто вот это вот. Конечно, это, да? Ну типа от капитана же пойдет сразу вся нервозность и так далее, ваника вся, да. Смотри, какой вырез! Май гад, просто вообще звезда. А это как мы на Сицилии, когда возвращались в шторм. У нас были волны большие, ветер большой. И я вижу один момент, типа, у девчонок в экипаже глаза по 5 рублей. Очень большие. Я в этот момент прошу себя налить, типа, виски с колой и закуриваю сигареты. Так, погнали, ребят, сейчас будет весело. Ну и как бы всем было весело. Я в говно. Ты в говно? А, вот почему просила пошлую Молю, теперь понятно. А, то есть все нормально, все прошло. Да, конечно. Лучшее впечатление. Ну, на самом деле, шторма вообще у всех откладывается в памяти навсегда. Ребята. Ты первый? Ты первый. Ты первый. Но здесь еще есть другие капитаны. Большая конкуренция, извините. Это мой швартовый. Не трогай мой швартов. На чужой лодке. Вообще во всем этом яхтинге это самое главное, это вайб. У вас тут все иначе немножко, чем у нас. А сколько у вас кают получается? У нас 5. Ничего себе. Да, вот 2 большие каюты. Ага. У меня маленькая, покажи. А у тебя какая, одноместная, типа? Нет, она двухместная. А, двухместная. Ничего себе. Да. Двухместная, но вот такая. Да, капец. Но у нас зато есть свои туалеты. Ага. А это такая же, да? Да. Ага. То настроение, это, которое, да, которое ты люди, шеришь с друзьями. Люди, вот они должны, да, быть вот такие, как и ты. Ты такой Да, и мы такие вообще классные. Exactly. Сейчас есть. Как раз у нас у двоих 2 каюты, у которых есть свои туалеты, а здесь общий туалет на 3 каюты. Потому что здесь называется шкаф. Где? Каюта шкаф. Потому что он, типа, вот такой. О май гад, вообще. Он вообще малюсенький. Ничего себе. Да. А кто-то здесь спит внизу? Нет, все. Безопасно. Прикольно. А можно снять, как у вас там это вот выглядит? Нет, у нас нельзя. А можно я так просто посмотрю? А, ну здесь туалет, короче. Настоящем месте, самым красивым, но если у тебя зануды все в экипаже, то будет... Не это... красиво, не вкусно. Нет, это вообще не-не-не-не. Праздник, праздник, песенка льется. Мы качаем лодку, скоро все начнется. Издалека недолго, Волга. Главное все весело, потому что весело. 8, 9, 10, я еще ребенок, скоро будет... А, ты моя русалка красивая. Ну что?
что ты хочешь у меня спросить? Она просто как не видно. Вообще все видно. Но я просто для порядка, понимаешь, у меня должность такая. Я бы так сказала, 12 из 10. 12 из 10. Я согласна. Я вообще согласна. А сегодня будет апогей вечера. Я просто я боюсь. Представь, у нас тоже. Да? Ну, посоревнуюсь. У нас тоже класс. На пример. Да, я вот согласна. Я согласна снимать тебя во всех ракурсах. У нас сегодня вечеринка в честь Димы, хотя сегодня 4 число, но мы решили, что надо сегодня. Ребята на двух яхтах поехали прыгать с тарзанки. А мы здесь, короче, накидались и устроили вечерину прямо в обед. Очень круто, всем советую.